Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кофи, Фоджи Кей, Твиттер, Алекс Фокс, и сегодня мы будем играть вновь в Rocket League. Хеу Сабрянов, всем привет! Всем привет, ребят! Всем яу, друзья! Ну, как вы понимаете, да, сегодня мы снова играем с модами. Вот, у нас сегодня баскетбольное кольцо, у нас сегодня бешеное просто бешеное ускорение, да, вот такое вот нитро. Также еще мяч у нас сегодня очень легкий, и еще включен режим Friendly Fire, где мы можем убивать своих, получается. Так, то есть вот такие вот у нас правила, и... Братан! Мне кажется, мяч все равно какой-то немножко тяжелый даже. Ну да, мяч все равно какой-то тяжелый, ну я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Опасно! Да! Отлично! Блин, как же мы могли так допустить это, а? Так, да, я просто его закатил. Не-не-не-не-не. Ладно, Саня, ща мы разберемся со всеми, ща, погоди, все будет. Та-дам-там-та-дам. Так, второй гол. Блин, вот. Я вообще хотел с твистером Ай, блин! Ой, я улетел. Как просто. Же сложно управлять машиной в воздухе, а? Потому что с бешеным нитро просто весь хил теряется в ноль просто. Давай. О! Тихо-тихо-тихо! Кто меня это? Аккуратно, аккуратно, главное меня не трогать, у меня бешеный удар сейчас будет. Ты же мой противник. А, спасибо, спасибо. Ой, я помазал. Я просто всех позрывал, пацаны, сорян! Я как бы не контролировал себя немножко. Я не контролирую себя, ребята, уйдите, да? В азарт вошел. Дайте мне мяч. Просто, да. Отлично! Ух, ничего не было! Отдай! 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 Да-да-да-да-да-да! Отлично! Мы просто давайте посмотрим повторы. Вы видели, что вообще было? Смотрите! Я еле-еле им управлял просто! Вот он! Ясно, Олег забил. Ну блин, это было близко. Я вообще это не забивал, не надо. Докоснулся до него. Да, Олег, это ты помог. Да, ты же этот граплин хуком такой, оп. Ой, да как управлять? Перелетел, капец. Это вообще нереально, а. Так, ладно. Так. Не-не-не. Мне нравится, что играет где-то у нас. Оп! Ворота надо отвести. Чё, блин? Отвести. Да как мы не забили-то гол? Как я тебя взорвал? Да в смысле? А, ты меня еще взорвал? Я думал, что они взорвали меня. Ботинком. Я просто привык, что у нас постоянно, да? Давай, Сань, давай, давай, гоу. Нет, не справиться с управлением. Турбулентность. Куда меня понесло? Оп. Ага, смотри, как меня вантусом просто взял, обманул. Я думал, что я у меня не Вантус, я думал, что у меня что-то другое, я что-то не обратил внимания. Ты пинаешь сразу. Оп! Не надо. Хет-трик в финале, кожаный мяч! Хорош, Олег! Олег, просто! Олег, просто спасибо! Слушай, ну я, конечно, пацаны, ну еще деньги потом за этот гол дадите, как бы, да? Договорились вообще. Да. Так. Блин, это было близко. Сань, все, давай включаемся, просто дали фору и погнали. Какая фора, блядь? Классная фора, 3-0. Не-не-не. Во, давай, Саня, хорош. Падай, сука. Ой, хорош. Спасибо, Олег. А я что, он в Олег в нашей команде играет просто. Да. Олег, ты в нашей команде. Три против одного, что-то нечестно. Прости, братан! Ох, как влетели просто. Так. У меня шипы есть. Зачем ты меня телепортнул, а? Таня, вот сейчас, походу, ты забьешь нам. Нет. Так кто? Дайте мне поехать. Дайте шипы. Сань, давай. Нет. Забейте, сука. Поехали. Что с тобой? Спасибо, Олег. Просто меня взял, как на поводке просто меня вез такой. Так. Нормально. Блин, ну проигрываю жалко, но что поделать, как бы. Ай, ну я успел отбить мяч зато. Пяш такой взрыв, оп. О, заморозка. Отлично. Ой, хорош грыш. В смысле, я проехал? И что это было? Где мой ёж? Почему ёж не работает? Ох, блин, да невозможно контролировать. Это бешеная нитро просто. Я еще и по кольцу проехал. Спасибо, Саня, спасибо. Оп, я очень тебе благодарен, да. Ооо, торнадо ясно. Давай, ну какого? Да нет, да не получится у вас, ребят, подумайте. 3-0 выиграть. Да ладно, хотя бы гол забить. Нам хотя бы гол забить, понимаете? Да блин, о! Кто мне ускорение дал бесконечно? Я, может, не буду давить меня за это. Вот он я, а где мяч? Не-не-не, я, у меня есть возможность спасти мяч! Отлично. Пошел вон. Хорош меня пинать, козел. Тихо. Нет, не надо. Не надо. Я случайно. Хорошо, пацаны, играете. Да, у нас тоже такое бывает. Оп, отлично. Ой, молодцы. Отлично. Просто комбо сделал. Давай сюда. Блин. О, опять.
Тихо. Не-не-не-не-не-не-не-не. No. Да ё-моё, ну не могу я этот мяч трогать. А! Не-не-не! Да! Саня! Хорош! Санёк, просто красава! Ну-ка, давайте посмотрим повтор. Давай, повтор заслуживает внимания однозначно. Просто коронка ударил такой. Просто красава. Корон тебе давали не зря, да. Ну все, давай сейчас, Снокинг. Ну это первый гол из наших пяти, как бы. Так. Из наших пяти? Что? Ох, не долетело. Это было, это уже слишком было. Почему каждый раз, когда я вот рядом с воротами, я не забиваю, я вот... Распасовка. Это за инвалидский футбол. Это распасовка была такая. Давай, Сань, докидывай его. Нет! Отлично. Я его не пойму, как мяч ведет себя. О! Отлично! Что это было? Я еще с Альтухой просто взял, вытащил. Просто вытащил. Ты давай там читы вырубай, а ну что это такое? Мы, конечно, понимаем, что там рокетер, да, там и все дела. Но, блин, ну как так? Просто как будто время на секунду ускоряем. Я старался, пацаны. Ой, спасибо. Это я? Да. Сломаем литра. Кто мне устреляет? Да, успокойся, машина! Тихо. Нет, не надо к нам. О! Спасаем. Молодец. Отлично. Саня, спасибо. Саня, прости, пожалуйста. Ой, вот это было плохо. Надо... Зачем мне нитро сломали? О, перчаточка. Ладно, Сань, мы хотя бы один гол забили, как бы это нормально. Ой. Опа, отлично. Спасибо. Сейчас четвертый. Да ё-моё, да он меня мяч тормозит просто. Да, Сань, да кто знали, вы меня вырывали. Это победа 3-0. Отлично. GG. Уу! Ну что ж, друзья, у нас второй раунд получается, матч-реванш, теперь я играю с Твистером, а Саня у нас играет с Фуджики. Опа! Отлично. Так, не надо. Хотя для меня это будет не реваншем, если мы выиграем, ну ладно. Оп. Ну ты за Олега команду играешь. Ну да. Поэтому реванш. Поэтому реванш. Полетел. Так, не забивайте. Ой, хорош. А, серьезно? Да, это реванш. Я, конечно, извиняюсь, что я тебя сорвал, но я выбил мяч. Ну, это я выбил мяч, если что, ты мне посоветовал. Это я был. Ты мне просто помог, понял? Давай покинаемся, кто это был. Ой, у него че-то. Что происходит вообще? Что происходит? Это я тебя вверх отправил. Я вообще не мог контролировать себя никак, понимаете? Это жестко. А, дурак. Перчаточка. Оп. Не надо. Туда выйдем. Да. Ой, хорош. Это пас! Ой, выбил. Не даем им записать. Да, записать. Забить. Спасибо. Так. У меня есть очень хорошая вещь! Это называется Фантус! Да серьезно, ну что это мяч летает, как не знаю как! Что происходит? Реально очень динамичный получается режим, ребята, вот чисто из-за этих вот модификаций, мутаций. Нет! Ой, нет! Давай, не! Так. На меня пинал вместо мяча! Просто остановил мяч и пролетел кто-то мимо мяча. Да, я видел, я пролетел. Куда он взорвал? Блин, а нафиг я перчаткой ударил? Оп. Ой. Мне нитро нужно срочно. Мяч, в нашу где мяч? Олег, отбей. А что ты сказал? Пуль. Олег, отбей, сказал. Олег, бей. Спасибо. Просто... Почему? Я просто пальчиком ударил. Просто посмотри, просто пальчиком. Ладно, там пролетайте, такой пунь, и все. Ладно, это опять же фору, Твистер, это наша тактика, ты в моей команде. Мне не нравится наша тактика. Оп, перелетел просто. Окей. Второй гол. Не, в коем случае. Ой, спасибо. Так, Олег, это было зря. Это слэмдан был! Так, выбили Твистер. Не переживай, все под контролем у нас. Бам! Ой, спасибо. Не за что. За ботинок. Блин, просто реально непривычно. Мы давно вообще не заходили в этот баскетбольный. Так, подожди. Я вообще первый раз играю. Да что это было? Отлично. Ага. Еще одна заморозка. Ну. Блин! Я тоже не допрыгнул. Не то, что дело не допрыгнуть, как бы, а пролететь хотя бы. Выбил. Вот он мяч. Давай, хорош, лети, давай! Меня выбили! Давай, Твистер! Да, выбили у меня! Тихо! Вот! Ну-ка! Дура. Ой, красавчик! Давай! Спас! Ну почему? Да фак! Ну почему каждый раз, когда я пытаюсь забить, когда... Давай! Нет! Это серьезно!
пошел вон. Да ё-моё, грёбаный просто ёжик получается. Саня, летай, летай, пока можешь. Оп. Так. Потно. До свидания. Потно, реально, все запотели, каждая команда запотела, никто не хочет проигрывать. Мне кажется, силы просто равны стали. О, ну круто. Оп. Хорош. Олег, зря ты это сделал. Я просто не посмотрел, какой у меня там этот. Цвет. Так, не, куда? Ой, сорян! Мотоцикл, я сказал, мотоцикл. Давай, давай, сейчас он упадет и прям... Блин, ну куда же я? Отлично! Как я тебя спасу, у меня скорее не было, даже прыгать нормально. Да блин! Я просто, смотри, я, конечно, пытался. Хотите посмотреть, то посмотрите на меня. Смотри, я пытался, Олег, но у меня... Я пытался. Я себя в кашу забил. Отлично. Все, давай, короче, все, Твистер, пора. Я думаю, что пора. Хотя бы один гол забить, мне кажется. Хороший сел. Просто лучше. О, блин, я случайно жопой назад ударил мяч. Даже нет, зрение такое противное. Пунь. Полетел. Чпуньк. Пунь. Красавчик. Так, а нитро сломать еще раз, Твистер сломать нитро. Зачем два раза-то? Да, блин, давай, мы столько раз были близки. О, Саня, здорово. О, мы столько раз. Отлично, друг друга взорвали просто. Разменялись командами. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Погодные изменения. Ой, красавчик. Давай, 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 ну гол, ну гол. Ну почему? Меня еще и пнули вдобавок. Каждый раз, когда мы вроде бы можем забить гол, у нас не получается. Почему? Так. О-о-о! Я только его схватил, Олег, ты меня взорвал, зачем? Прости, пожалуйста. Я не специально. Я уже такой включил ежа. Ты понимаешь, я включил ежа, и ты меня взорвал. Ну прости, все, прости, прости. Unbelievable! Слушай, просто мы играем как бы по угарам. Так, сейчас у меня... Это мой мяч. Да, остался. А, я ударил первый мяч. Так, кто ударил во второй? Бешеное. Твисты, по-моему, да. Да, в смысле? 40 секунд на то, чтобы забить 3 гола. Еще за 6 секунд и вайны снимает, за 40 и 3 гола можно забить. Где это было? Оп. Оп. Я, кстати, мог забить сейчас, но не забил. Обманули, обманули меня, конечно, да. Ой, вот это сейчас просто мясо было. Это мое. А, ну зачем? Поезжайте, до свидания. Ой, такой. Давай, Твистер. Давай, давай, Алекс, Алекс. Это пас был. Сейчас. Давай, Твистер, гол. Вот сейчас будет гол. Давай, давай. Давай, добей. Да, конечно. А, нет. Так а что я мог делать? Все, это ГГ. Давай, давай, жонглируй, жонглируй. Так а что? А, я думал. Мы могли еще жонглировать, в воздухе выдержать. Блин, ну что ж, ай. Как нам это сделать? Друзья, третий раунд, да, как бы такой внезапный. Это, обычно, знаешь, мы играем по два раунда. Это избиение младенцев. Да, и теперь мы, получается, играем втроем. Ой, в смысле, хорош! Я просто... Ладно, в общем, мы играем Джонни против, как бы, Твистера и Фокса, вот, и я думаю, что это... Это избиение младенцев, я еще раз вам говорю. Это был хороший пас! Так. Но я забираю его себе. Отлично. Не надо, верните! Фокс! Не-не-не, я спасаю, все нормально. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, нужно нитро, ускорение. Ага, мне тоже нужно. Да там надо. Спасибо. О-о-о, пунь. А, отлично. Просто стенки впечатали, отлично. Да ёп, я не взял. Чё, никто по мячу попасть не может? Да ё-моё. До свидания. Да я постоянно пытаюсь с этого угла взять, и меня все время взрывают. Так. Да смысл, догнал. Магнит. Куда я поехал? В смысле? Кто, Саня, ты меня телепортировал? А, вот это красиво было. Это было супер. Хорош, хорош, хорош. Смотри, просто вверх. Просто вверх повел его и такой жопкой. Пум-пум-пум. Так, сейчас вот я отсюда забью прям гол. Давай. Внимательно. Блин. А, ладно, перелетел. Я не ожидал. Ой-ой-ой. Да смотри, что они творят. Э-э-э-э. Да на жопке нет, можно покататься. Нет, ну криво, почему же ты криво полетел? Да дура ты. Оп, выбил. Оп. Тихо-тихо. Чмокнулись тачками нормально. Давай, оп. Заморозил. Хорош. И чё? Ну выбивай. Знаешь, как на дерево мяч кто-то забросил, доставай теперь. Зачем я это сделал? Оп. Чуть-чуть выбил. Да кто на меня ускорение вы... Ой, ничего, и пнули вдобавок. Ой, все, у меня шипы. Так. Чешик, у меня класс. Да, спасибо, да. Не-не-не.
Я хотел полететь шипами! Да ё-моё. И чё в итоге? Да куда я еду? Что происходит у меня с тачкой? О! Да не могу я просто, ну это нереально! Ой, хороший Олег, давай! Блин, так не получается, а? Пошёл. Это... О! Спасибо, Пунь! Охренел! Всё! Короче, нафиг, я без нитра буду играть, мне кажется, без нитра я... Ну так лучше получается. Ну да, есть такое, согласен. Оп! Так... Пум! Ай, чуть-чуть. Ай, ну спасибо, блин. Спасибо. Мне и так нитро достаточно было. Снова под. Да какого? Да задолбали. Да, на, просто. Тихо. Хуп. А, спасибо за ботинок. Ой, я промазал. Он воняет немного. Что ж такое? Сейчас возьму. Кто воняет? Ботинок, которым меня ударили. Здравствуйте, Олег. Тащим. Давай, Олег. Все, это, все, вот я не могу, я уже задолбался, надо гол забивать. Пора. Надо, пора, просто пора. Молодец, Фокс. А что я сделал? Так это ты вроде забил. Ничего, просто не играл, все. Нет, смотри. А, нет? Да как, а, ну да, мне показалось, что это чисто под ним проехал. Чтобы красиво было, надо же красиво как-то, чтобы гол был. Да, я старался, чтобы было красиво. Да блин, ну что такое-то? Unreal просто. Вылетайте мимо мяча, ребят, да-да-да. Я специально к нему приехал. Это скорость спанная. Ааа, спасибо, что заменили. Не за что. Ой. Почему ты все время говоришь спасибо, когда тебе подсирают? Ну а, Саня. Это сарказм. Это сарказм, типа там. Я понимаю, но он с таким акцентом это говорит. Эй, какой акцент? Я тебе не говорю акцент. Ты че, да, блин. Ладно, хорошо. Я уже не могу. Меня уже укачало, пацаны. Больно. Кто меня ускорение? Отлично, обманул просто. Ой, хорош! Ой, хорош! Давай! Да! О, отлично! Это мой первый гол на сегодня! Я такой думал, мог забить, ну ладно, пусть Олег такой забьет. Ну это я забил, понимаешь, это благодаря мне, Олег. Да, я сделал твою серию, понимаешь? Да, я больше тебя не могу вообще. О, зато first touch. Так. Фокс, так аккуратно, потихонечку. Да не, я защищаю, ой. Какой... Не-не-не, не надо. Магнит убрали! Это наши ворота. До свидания. Наша точка, наши ворота, не надо на нее тут. Хорош. Да, блин. Еще ударился. Хорош, Олег. Просто... Случайно. Просто, я вижу, ты меня ненавидишь, Олег. Ты можешь прям сразу сказать, Джонь, ты задолбал меня просто. Упендривается тут, летает. Тихо. У меня шипы. Смотрите, давай. Пацаны! Оп! Это распасовка, нормально, Олег! Что это за распасовка такая была? Просто такой перехватил, два ежика такие катались. Да, держи его, да. О, просто жонглировал. Хотите гол? Хотим. Нет. Спасибо, просто. Это мой показал гол, пацаны. Хотел показать гол, но в итоге вы меня сами... Жопу магнит запихни! Ну, давай, Олег, это был пас. Не получилось. Я Олега взорвал. Просто. А что за случай? Смотри, у меня справа это какая-то прям новая какая-то появилась. Справа там? В газовой маске такой. А, это когда семерых взорвал за матч. Да ладно. Нормально. Просто сегодня всех взрываешь. Че, уехал? Олег, взрыватель. Я так. Просто, да, поджигатель по канону. На! Спасибо. Я вообще за тебя играю. Ой, забыл. Так, заморозил. Все. Заморозил. Я Саб-Зиро. Оп. Кого еще взорвали? Просто под конец друг друга все повзрывали. А, что ты MVP получил? А, хорош. 9 игрок взорвал. 38 тачек ударил. Хорош, Олег. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша серия по Rocket League вот с такими вот режимами, с такими вот модификациями подходит к концу. Надеюсь, это вам понравилось. Вы поставили лайк, подписались на все наши каналы. Вот, ну а с вами были, как всегда, Кофи, FGK, Алекс Фокс и Твистер. И всем пока-пока. Пока, ребят. Всем пока, ребят.